Всем привет, с вами снова Мефик. В этот раз я нахожусь опять на своей речушке недалеко от дома. Сегодня будет мормышинг. Сегодня я хочу покидать небольшую джиголовку меньше грамма и приманочки силиконовые от Дмитрия Аксентия. Очень хорошие приманочки, очень понравились они мне, очень хорошо работают. Наверное, я даже вот останусь на гамарусе какое-то время. Не знаю, мы попробуем, может, другие разловить, как получится. Вот. Ну, поехали. Но в этот день не стал я приезжать рано на реку, по одной причине, о которой я расскажу позже. На точке я был примерно в час дня и начал облавливать обширный плес перед перекатом. Народ потихонечку прибывал, поэтому я решил спуститься вниз по реке. И вот сейчас как раз выбираю приманку. В руках у меня гамарус, силиконовая имитация рачка бокоплава. Ах ты, была поклевка, поклевка. И вот, наконец-то, долгожданная поклевка. Вода, конечно, мутная, поэтому я решаю ставить яркую граммовую джиголовку самодельную и темного цвета приманку, такую контрастирующую, так сказать. Вот она. Ну вот такой губарь, небольшой, правда, но такой вот. Иди, малышка. Ну что же, это приносит свои результаты. Беру я небольшого губаря. Ну, конечно, приманку не меняю, потому как поклевку на нее я получил гораздо быстрее, чем на предыдущую. Ах, вот она! Вау! Ух, какой лещ! Такого я еще большого не ловил. Ну вот такой вот. Причем взял на мормышку и на резину. А, тебя уже ловили. Губа у тебя порвана. О, какой. О, какая эти. Хорошая была поклевочка. Ну и после этой поклевки тишина. Кстати говоря, почему же я приехал сюда сегодня в час дня? Потому что на этом участке реки действуют приливные силы Луны, и здесь есть приливы и отливы. Вот как раз сейчас начинается прилив. В это самое время активизируются некоторые виды рыб, которые начинают подниматься вверх по реке. Ну, вот так вот выглядит этот прилив. Вода поднимается постепенно. Ну и, собственно, я решаю тоже подняться вверх по реке на основной перекат, где стоит большое количество разной рыбы.
Вот она. Ой, это кефаль. Ну, такая вот кефалина села. Иди. Ну, вот она. Кефаль, иди. Ну вот и все, рыбалка подошла моя к концу. Очень интересная сегодня рыбалочка получилась. Удалось даже мне поймать две кефали на эту мормышку, что очень удивительно. Обычно она ловится на травяную мушку. Вот, я даже удивлен. Удалось мне поймать достаточно большого, большеглазого китайского леща. Это, наверное, рекорд мой. Ну, больше я, по крайней мере, не ловил. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще интереснее. Пишите что-нибудь в комментариях. Всем пока, с матовой удочки!